Походу, Санс, тебе жопа. Вот эта улыбка, это нездоровая херня на самом деле. Если вы видите, кто-то вот так улыбается, лучше бежать сразу. Вполне возможно, что этот кто-то переиграл в Undertale и пересмотрел Криминальную Россию. Да, поэтому лучше убегать. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы на канале Clearly Confused, и мы смотрим видео «Прекрасный день. Анимация по Undertale». A beautiful day, ну типа, it's a beautiful day outside, да, в общем. Вы видите рожу эту хитрую, да, хитромордую рожу. Это анимация того, в общем, как будет сейчас битва между Фриск и Сансом на конце геноцидного пути. 77 миллионов просмотров, 77 миллионов просмотров, ребята, это очень много, поэтому я думаю, что это круто. Это должно быть что-то специфическое, что-то интересное. Итак, поехали. Эта анимация содержит спойлеры для геноцидного пути Undertale. Но я уверен, вы уже это знаете. Да, я думаю, что спустя несколько лет после выхода игры мы уже это понимаем. В общем, поехали. Итак, да начнется бой. Все, он открыл глаза. Это серьезно, беги, Фриск. Если он открыл глаза, то он настроен очень-очень активно. А если один глаз у него там засветился голубым очком, то это все, это вообще конец, понимаешь? Ой, поехали. Ой, поехали, погнали. Я уже по музыке слышу, что у нас очень серьезно, в общем-то, все настроено в плане убийства всяких маленьких Фрисков. Убийство Фрисков, ребята, к нему очень серьезно настроен Санс. Да, я помню, хрен попадешь по этой гадости, да? Ничего себе. Фига, слушай, я бы тоже хотел так уметь. Это с каких пор вообще Фриск вот такое. Ну, мать, Нео из Матрицы просто смотрит на это такой и думает. Или Джон Уик какой-нибудь на это смотрит и думает. Походу, я всю свою жизнь зря вообще прожил. Я так не умею. Ой-ой-ой. Ой, мамочки. Ну да. В общем-то, с ней проделывают все то же самое, что проделывают во время битвы с этой вот этим вот красненькой жопкой, вот этой сердечком, да. И, собственно, наверное, мне кажется, это не очень приятно. Уже пошла кровь. Замечательно. Милая, добрая анимация. Окровавленная Фриск, здорово. Ну чё, Санс, неплохо, в принципе. Осталось уже добить, да? И, собственно, все. О, господи, серьезно? Она еще сейчас свои внутренние органы выблевывать начнет тут. Мне этого не надо здесь, пожалуйста. У меня тут канал немножко не такой напротив. Ой-ой-ой-ой-ой! Все, Санс, извини. Походу, Санс, тебе жопа. Да, вот эта улыбка, это нездоровая херня на самом деле. Если вы видите, кто-то вот так улыбается, лучше бежать сразу. Вполне возможно, что этот кто-то переиграл в Undertale и пересмотрел Криминальную Россию. Да, поэтому лучше убегать. Правда? Правда, Санс, беги! Санс, беги, друг. Ни хрена себе, принц Перси. Там от стены к стене, там вообще круто. Да. А почему у тебя сейчас папайрус промелькнул? Типа, во имя папайруса я расправлюсь с этой улыбающейся гадостью. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Мне самому интересно, как это будет выглядеть. Не, ну так-то да, конечно. Так улыбайся, не улыбайся, да, своим дьявольским маньяческим смехом. А против телекинеза, ну, никак. Ой, что-то у Стальки, да? Ой, у Стальки, Санс. Сейчас еще как в этой, как и в очень странных делах, сейчас еще кровь из носа, не дай бог, пойдет. Ты смотри там, Санс, аккуратней давай. Тебе платочки надо с собой для таких вот случаев носить, я считаю. Ну чё, Санс? Ну, а у нее-то силы еще есть. Господи, ну и рожа. Господи, прости, ну и рожа, ну и хлебал. Санс, она даже страшнее тебя, прикинь. Так, может, надо было с собой для таких случаев огнестрел носить? В Америке, например, можно получить лицензию. Почему нельзя получить лицензию в подземелье? Я понимаю, что у вас в подземелье за правило? Берешь там автомат и все. И... Была Фриска и нет Фриски. Какие проблемы, Санс? Так, давай, нищая, доброе утро, алло! Кофейку бахнуть надо было, может, перед этими делами, нет? Просып! Молодец. Молодец, Санс. Развел, да? Это красавчик. Что такое? Серьезно? Блин. Так, хорошо. Теперь давайте проверять, насколько жизненно важные органы были задеты.
Да получилось у тебя, получилось. Все, хватит эту свою рожу, убери. Где Бобо? Где Бобо, Санс? Где протекает? Только не говори, что она тебе яйца отрезала. Это было бы слишком обидно. Нет, слава богу. Ни хрена себе. Чувак, а можно вопрос? А у тебя же откуда из костей кровь-то идет? Интересно было бы знать. Че ты ржешь? Откуда у тебя кровь из костей, тебя спрашиваю? Че сел? У тебя нормально все должно быть. Ты, у тебя банка кетчупа по-любому в кармане была, разлил просто. Давай вставай. Так. Чего это? Окровавленный платок? А, это, наверное, папайрусовский. Блин, какая грусть. Он, короче, папайруса вспоминает, да? А вот эти вот... В другом кармане трусов этих в виде украинского флага его у тебя нет? Так, наверное, нет. Наверное, это было бы неуважительно. Ни по отношению к папайрусу, ни к Украине. Так, ну, у меня всего один вопрос. Почему это ты вдруг поняла, что ты такая мразь? А раньше ты этого не понимала, да? Охренеть, запоздалая совесть, конечно. Так. Ну чё, ты довольна, Фриск? Умирает он теперь, всё. Вот надо оно тебе было, скажи мне. Фриск, оно тебе надо было? Ну честно. Что происходит? Ой, куда летит это говно? Я просто офигеваю. Чё ревёшь ты теперь? Нахрен это делать было? Объясни мне, что у тебя с головой? Да, поубивать всех монстров на пути к Сансу, потом убить Санса, потом... Ой, что-то зря я это все. Что-то как-то я погорячилась. Фриск. Ну, вот такие вот дела. Так. Что, харакири, что ли, сейчас сделает? По-моему, сейчас будет хараки. Или не будет. Так, ну это речь идет о том, на самом деле, что Фриск, короче, на секунду выпала из-под влияния чары, я так понимаю, да? Поэтому она вдруг резко стала доброй. Так, ну, сейчас чара вновь завладела Фриск, и сейчас мы пойдем... Че? Пойдем разговаривать разговоры со Сгором, правильно я понимаю? Надо познакомиться, как бы. Мы тут в королевстве немножечко набедокурили, чуть-чуть буквально похулиганили, насрали слегка по углам. И надо бы, наверное, пойти к королю покланяться, да, по этому поводу. Или не надо. Или не надо. Вот так вот, ребят. Вот такая вот анимация. Ну чё, это было круто. Не знаю, как вам, мне понравилось вот именно вот само качество анимации. То есть нам тут ничего принципиально нового не показали. Все, кто проходили Undertale геноцид, все и так это все знали прекрасно. То есть тут нет каких-то новых характеров персонажей, каких-то открытых, нет каких-то гэговых юмористических ситуаций. Но зато тут есть очень качественно анимированная битва. Настолько качественно анимирована, что она уже набрала 77, блин, миллионов просмотров. Я думаю, это круто. Но тем не менее, даже несмотря на то, что просмотров автору явно хватает, внизу, под этим видео, ссылка, значит, в описании на оригинал. Переходите, поддерживайте автора лайками, комментариями, подписочками, там, колокольчиком. Также, если вам не трудно, то меня тоже лайками, комментариями, подписочками и колокольчиком поддержите. В общем-то, и в группу ВК вступайте, ссылка в описании. И увидимся в каких-то следующих видосах, скоро как-нибудь. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.